Коррупционный скандал в новгородской полиции. Начальник регионального управления ГИБДД Владимир Лонский стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении крупной взятки. По версии следствия, Владимир Лонский получил от генерального директора организации, занимающейся грузоперевозками, взятку в размере 300 тысяч рублей, бутылку коньяка XO «Шампань» стоимостью 3999 рублей. Денежные средства предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации, осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории Новгородской области. Сейчас сотрудники Следственного управления СК России устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Служебную проверку начали сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности и управления по работе с личным составом регионального управления МВД. В случае подтверждения вины Лонского по результатам расследования уголовного дела и решения суда, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.